Всем привет, это шахматный камбэк. Так, и... Я доверил ответственную миссию по разрушению собственной позиции Кириллу. Кирилл вместо того, чтобы разрушать позицию, играет солидный прочный дебют. Я должен добежать королем даже 4. А это Питер поле. Тихо, тихо, тихо. Да, я продолжу. Нет, стоп, стоп, стоп. А, ну нет, нет. А, тогда ладно. Нет, не так, стоп, оставь ее там. Оставь ее там. Ладно, ладно, ладно. Да, точно, точно, ты прав. Вот нет тебе, Никит, креатива Да, шахматного. согласен. Ты не трогай коня. Стой, 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 конь, конь, к... Давай тебе стой. такую штуку здесь Нет, сделаю. нет, там короля не будет. Стоп, конь должен быть на f3. Конь на f3, ферзь на g1. Не-не-не-не, вот смотри, сначала надо коробочку собрать здесь, а потом да. Ну давай, занимайся. Там флаг вроде, у него уже и так все, без шансов. Надо ферзя на 1. Смотри, конь c3. Стоп! Конь c3, ферзь a1, конь конь b1. Да у нас уже перевес, зачем это надо? Смотри, ферзь a1. Ферзь один, да, типовой ход сильный. Не, я на полном серьезе говорю. Ферзь один — это была одна из первых линий. Одна из первых линий. Да, по-моему, опять у нас Никита выбила. Ой, я ладно. Да, не страшно. Это всего лишь качество, и там у меня на сильные слабые будут. Тем более, он еще структуру себе развалил. Я даже не буду брать ладью, там хотя мог бы. Там мат сразу идет. Думаю, этого не было. Алло? Да, Никита, я здесь. Я лагаю? Да. Зато честно. Че ты ладью не взял? Зачем она нужна? Посмотри на нашего слона, он просто уничтожает позицию черного. Давай, займемся этим. Сейчас кондитируем и возьмем ферзя, да. Да, Никита что здесь придумал. Получился мутный какой-то камбэк. Опять из-за этой связи со Швейцарией. Да, ну здесь все понятно. Всем спасибо. До новых встреч. Да, всем спасибо. Ну, правда.